Ну, воскресе. А подскажите, вот как относиться к тому, что надо ходить на кладбище к умершим? Как вот христианину, как эта обязанность меняется? Именно на кладбище ходить, это все зависит от твоего настроения. Здесь делали праздник, люди не ходят в храм, Бога не знают. А как только на кладбище идти, буквально весь город вылазит туда. А почему? Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. У нас это бывает, все деревни собираются, батюшка там молится. Сейчас-то ничего этого нету. Лишь бы пойти. Там на могиле и выпьют, и что угодно. И лежу, папиросы лежат, говорит, он любил покурить, вот я ему положила. Это же язычество сплошное. Мы верим, но изменить участь человека нам не дано. Так дается нам для утешения своего. Дерево, куда упадет, там и лежит, так говорит Экклесиаст. Между нами и вами великая пропасть, так что перейти отсюда сюда не могут, и оттуда к вам не переходят. Евангелие от Луки, 16 глава. Мы православные поминаем. Вот у нас в деревне все свои знают, тут родные лежат, всегда там батюшка совершит богослужение, как положено, вспомянут, помолятся. Так это от души, со священником, а так не... То есть, если человек не видит в этом необходимости, нет ничего осудительного, если он не хочет... Да никакой, мы же ничего не изменяем там. Да-да. Я еду мимо, я обязательно заверну на кладбище, помолюсь на могиле матери. Я приехал домой, целый год там не был, ну и все. Если она у Бога находится, я прошу там по ходатайству она, чтобы все было мирно и хорошо. Участь человеку не дано изменить. Но у людей так пошло. По-земному все строят. Взятку дать кому-то, подмазать что-то. И вроде как-то где-то что-то щелкнет и изменится. Это не знание Слова Божия. Вот просто надо прочитать 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Прочитайте вслух. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Соответственно, что означает соответственно? Ну, как закономерно. Ну, за то, что сделал. Если так говорить, допустим, человек на работу не выходил, а каждому соответственно тому, что он делал. Ну, на работу кто не приходил, соответственно, его ничего и нету, нуль стоит. Что он делал, соответствовать будет. А не так, что за одного молились много там, и Петр Первый в раю. За Сталина молились, и вся церковь молилась, и он теперь в раю. А за праведника никто не молился, и где он будет? Все понял, благодарю. Слава Богу. Говорить-то боязно, бояться. Потому что устроили не царство небесное на земле, а царство попов и монахов. На одних выдумках все. Все проиграли абсолютно. И царя, и родину. Все проиграли. По-прежнему давят то же самое. Опять мертвецы, мертвецы. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. А ты иди и благовествуй. Почему дальше-то не говорят? Значит, идти надо и проповедовать Слово Божие, приобретать души для Христа. Аминь. Еще кто есть? Отхожу.